Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Как вы видите, я в этой дебильной маске. Мы все так же находимся в гробнице гигантов. Теперь я знаю, что мне нужно делать. Теперь, как видите, у меня проход вот здесь открыт, он был подернут пеленой золотой. Мне сказали, что нужно сделать, нужно Lord Vessel отнести тому змею, которая у нас сидит в Firewing Shrine. Сейчас я вам это покажу, как, собственно, оно все происходило. И после этого мы продолжим продвигаться вперед. Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Так, ну и теперь, я думаю, можно двигаться. Эту маску я надел, потому что она довольно сильно увеличивает количество переносимого веса. В результате я Хейлос Ринг смог снять и поставить вместо него обожаемый Ковитус Голд Серпент Ринг, который увеличивает шанс дропа редких вещей. И, собственно, я готов пережить такой довольно глупый вид, если это будет настолько полезно для меня. Как видите, теперь у нас все это открыто, и давайте продвигаться дальше. Посмотрим, что нас тут ждет. Вообще, мне говорили, что тут сразу после... Ой, тихо. Здесь ящерица была. Давайте, знаете, что сделаем? Сейчас мы пойдем, используем косточку. Во второй раз, надо сказать, сюда вернуться было еще сложнее, чем в первый. Потому что я спешил, в первый раз я очень медленно проходил эти катакомбы и гробницу гигантов. А второй раз я уже просто стремился опять донизу добежать. Так, ну и вот. Сейчас нам нужно сожрать одну человечность. И в человечном облике прибежать сюда, потому что мне сказали, что сразу после... После этой пелены будет темный фантом. NPC, с которым нам якобы выпадет что-то неплохое. Так, ну и давайте постараемся по-быстрому пробежать. Здесь все-таки довольно опасные противники. Не хотелось бы с ними сталкиваться. Любой из них, в принципе, нас в состоянии убить
где-то за 2-3 удара, поэтому давайте просто пробежим. Тут я помню, что если все достаточно быстро сделать, то они не успеют нам ничего сделать. Что, собственно, и сейчас подтверждается. Так, кто-то упал. Главное, чтобы я не упал. Сюда они, я так понимаю, слезть не смогут. А, ну вот, собственно, мы и тут уже. Все довольно близко и довольно беспроблемно мы сюда добрались. Мне, кстати, говорят, что человечность, чем больше у меня человечности, тем больше мой House Blade бьет. Я в курсе про это, но мне, честно говоря, человечность сейчас начала поджимать. Так, тихо. А вот и ты, да? Так, давай, 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 давай. Ну, это было просто элементарно. Паладин Лерой. Интересно, это Лерой Дженкинс или просто Лерой? Лерой Дженкинс. Если кто знает этот прикол, жму вам руку. Кто не знает, Google в помощь. Так, человечность 2. Санктус. Здоровенная дубина. Щит, интересно, давайте посмотрим. Я, кстати говоря, вот этот щит с помощью души Сифа перековал в щит, как вы меня просили, который можно кидать, но потом пришлось вернуть его обратно, потому что я все-таки очень щит этот люблю. И я хотел спросить у вас, какого хрена вы мне советуете перековывать хорошие вещи в неизвестные всякие щиты, и не говорите при этом, что, допустим, для того щита, который нужно кидать, требуется 38 силы. У меня 24, и чтобы мне поднять сейчас столько уровней, то мне придется потратить денька 3 непрерывно качаться в том же Анерлонде. Так что спасибо вам большое. Так, ладно. 100% защита от физических атак не дает, зато от щита, в принципе, неплохо. Так. Понемножку восстанавливает жизни. Ну, неплохая такая штука, но я думаю, вот это вот все-таки мой любимый щит, он получше будет. Хотя вообще сейчас нам больше пригодится именно фонарик, потому что там у нас темно. Так, ящерку тут мы опять упустили. Давайте продвигаться, тут уже где-то Нито, то есть Грейвлорд. Я думаю, пора с ним закончить уже. И я думаю, пора Хаус Блейд свой сменить. Я, кстати, прокачал силу, ну, я вот между сериями качался. Прокачал силу до 24, потому что мне было интересно посмотреть, что вот делает, допустим, Грейвлорд. Мне говорили, что он очень хороший. И я не заметил, он, видите, какой медленный. То есть я за это время успею где-то, ну, ударов 10 своей чигатаны нанести, который многим мне нравится, но мне, честно говоря, без разницы. Потому что играю я, а мне это оружие просто доставляет. Только, ну-ка, вот, двумя руками, возможно. Ну, в принципе, неплохо так, можно побаловать. Особенно вот этот удар хороший. И, кроме того, теперь мы можем пользоваться... Где там? Копье охотника на драконов. Да, теперь мы его можем пользоваться с одной руки, а с одной руки у него сильная атака выглядит следующим образом. Ну тоже ничего хорошего, то есть это хорошее оружие, поймите меня правильно, но мое оружие гораздо лучше. Вот эти два меча, они просто вне конкуренции, причем House Blade, он был бы предпочтителем этого меча, скажем, в PvP, потому что машет он гораздо быстрее Хаусблейдом, но отнимает жизни, как видите. В остальном же, на мой взгляд, Хаусблейд вообще вне конкуренции на данном этапе. А если его прокачать дальше еще, то это будет вообще что-то с чем-то. Так, ладно. В принципе, тут не настолько темно, да? То есть что-то да видно. Потому что там, в этих катакомбах, было вообще просто что-то невероятное. Здесь же, по крайней мере, я метров на 10 вперед вижу. Так, сзади я слышал. Чё? Так, подожди, что такое летает? Вот видите, вот такие вещи выпадают гораздо чаще, если у нас копье... Silver Serpent, или как она там называется? Gold Serpent Ring.
Вообще мое любимое копье. Ну, кроме того, вот, которое, собственно, усиливает атаку. Ой, атаку говорю. Кувырки, короче говоря. Так, давай иди сюда, да. Ближе. Так, тихо. Ну, собственно, и продолжаем. Так, слабовато, конечно. Понятно. Тихо, аккуратно. Отступим, подлечимся. Там еще один такой же стоит. То есть, этот уже у нас... Да-да-да, вот и его, я про него говорю. Тихо, тихо, не падай, только не падай. Да что ж ты... Ну ладно, в принципе нормально справились. Стрела, конечно, огромная во мне засела. Кстати говоря, пока я качался в Honor London, ну, поднимал вот эти два уровня, я там нашел новую броню каким-то странным образом. Я ее не нашел в предыдущий раз. Давайте я вам ее покажу. Это броня Серебряного Рыцаря. Она очень подходит к мечу Серебряного Рыцаря, я думаю. Ну, в принципе, теперь я выгляжу как те самые любимые мои враги, самые интересные. С ними, как вы знаете, интереснее всего драться. В принципе, неплохие показатели. Ну, у брони Арштейна она, конечно, получше. Но в данном случае мне больше хочется бегать именно с этой броней. Все-таки броня Арштейна, она очень крутая. В общем, вот такие дела. Там лежат у нас такие вещи. Так, что здесь? Ой, сколько тут всякой гадости. Это же эти пинвиллы опять. Так, тихо. Это что за хрень? Ой, слишком много всего происходит. Слишком много всего. Тихо. Слишком много всякого говна. Слишком. Давай, давай, давай. Блин, еще эта мелочь пузатая. Блин, вы-то откуда взялись? Отвяжитесь от меня. Мелочь. Мелкие скелетики, обалдеть, это же... Фу, так, выдохнули. Это что-то вообще кошмар какой-то. Живой. Самое главное, что живой. Самое печальное, что я забыл сегодня засечь время на серию, поэтому она может получиться как слишком длинной, так и слишком короткой. Это бы не очень приемлемо. Так. Сокровище спереди. Пойдем. Ну, этому мы всегда рады. С его помощью мы прокачаем свой фульчон дивайн, хотя он нам уже не особо нужен, но, как говорится, дареному коню зубы не смотрят. Так, мелочь. И что-то там внизу еще лежало. Я все-таки уже не очень неплохо раскачан. То есть, жить стало попроще. Кто-то мне говорит там в комментариях, что пришел бы ты сюда на 30 уровне, посмотрели бы мы, как ты парился. Ну, какой в этом смысл вообще? То есть, по-моему, смысл как раз прокачиваться, чтобы таких проблем не было, верно? Поэтому я время от времени тратил
по несколько часов на именно прокачку персонажа. И именно поэтому у меня сейчас не так много проблем. А если кому-то нравится дрочево, то есть на 30 уровне идти на локацию, на которой на 80-м-то довольно-таки проблематично жить, то флаг вам в руки. Я не то что сложности не люблю, я просто люблю логику, а логики я не вижу в том, чтобы ломиться как баран на новые ворота, как говорится. Так, и тут, я так понимаю, Нита. Неужели так близко? Блин, со спины еще кто-то идет. Он придет ко мне, нет? А то я не хотел бы, чтобы он вылез, когда уже битва начнется. Ну, топот-то я слышу, а там ли они, не знаю. Ладно. Последний шанс вам, ребятки, выйти сюда. Нет, не хотел. Так, ну что, погнали. Говорят, босс крайне сложный. И несмотря на то, что мы с ним в ковенанте состоим, он все равно на меня чем-то обижен. Хочет меня убить. Ну, как говорится, убивалка треснет. Не знаю, в первый раз-то я, наверное, погибну, потому что, говорят, босс сложный. Но ничего, и не с такими справлялись. После Орштейна и Квилак уже не так их боюсь. Ох, какой ты страшный, мать твою за ногу. Где он? Ой, только не вы. Ой, не понял. Подожди, враги еще самозарождающиеся, что ли? Да. Это печально. Ой, я ничего не вижу. Так, ладно. Похоже, мне хана. Ой, только вот тебе не хватало. Да, блин. В принципе, это реально. Но не сказать, чтобы сильно уж реально. Блин, надо фальчоном, но тогда я не смогу этого сильно бить. Ой-ой-ой. Отходим, отходим, отходим. Отходим, отходи. Все, хана. Да. Но это, я думаю, будет довольно-таки серьезным испытанием. В принципе, половину жизни я ему снял. Так что давайте-ка мы сейчас к этому же месту вернемся сразу. Так, продолжаем. Я не знаю, что нас ждет в этом подземелье, поэтому решил начать отсюда. Возможно, у нас пинвиллы тут опять все будут. Да, они тут. Но я постараюсь просто мимо них пробежать. Потому что, честно говоря, драться с ними не сильная охота. Да и опыта с них не особо дают. Да, блин. Короче говоря, хорошо. Я думаю, знаете, как нужно сделать? Как вы видите, я уже мимоходом порубал их всех. Я думаю, нужно сначала убить скелетов всех, а потом уже разбираться с самим, собственно, Грейвлордом. Ну-ка, да, вот так вот. Это будет не очень легко, потому что скелетов очень много, но, по крайней мере, они не будут возрождаться. То есть их там штук 10, по-моему, что ли?
Ладно, с Богом. Вторая попытка. Блин, половину жизни отнимает падение. Хорошо, отлично. Отвалишь дивизию. Так, минус один. Блин, эти ребята мне еще дадут, как говорится. Душ я даже подбирать не буду, ничего там. Невелика потеря, по-моему, 30 тысяч душ. Это по нынешним меркам уже вполне себе приемлемые потери. Да, блин. Да, блин. Когда он звук, короче, произносит, надо бежать. Будем знать. Так, хорошо. Еще вон там один стоял. Да не один, аж целых двое. Так, ладно, сейчас мы разберемся, не волнуйтесь. Я примерно понимаю уже, что с ним делать. И он мне не кажется таким уж дико сложным. Главное, что постоянно мешают какие-то скелеты. А вот с скелетами, когда разберемся, я думаю, будет попроще. Да, блин. Еще не хватало. Ой, ой, отпрыгивай. Да, блин, не успеваю все равно. Так. Тихо. Пока что все неплохо идет. Еще бы в тебя попадало. Так, хорошо. Еще один остался вроде бы. Да, блин, Спарта-кик. Да, давай, давай, давай. Отходить надо. Ах, отходить. Бежим. Да отойдите, полудурок. Блин, вот что плохо в фальчионе, то что он короткий совершенно вообще. Хрен дотянешься, как говорится. Так, вроде все. Подпердыши всякие умерли. Да блин, да что ж ты. Так, ничего. Сейчас, ребята, сейчас я соберусь с мыслями. Основная работа уже, я так понимаю, сделана. Да, блин, хрен вернешься. Да, блин, ты посмотри. Вообще никак. Что-то как-то... А, блин, я фальчионом бью. Зачем я фальчионом бью? Фальчионому не сказать, чтобы слишком уж сильно действовал у него. А, бежим, 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 бежим. Ох, так, валим. Сейчас, я, в принципе, это уже на выматывание будет. Если глупости не совершим, то мы его победим. А, блин. Он такой большой, что хрен увидишь, где он, что он. Тихо, ребята. Спокойно, без нервов. Так, спокойно. Давай, давай. Давай. Ай! Давай. Блин, заденет, задело.
Вот я уже видел. Я уже знал, что он сделает. Прощай. Фу. Да. Когда подкачаешься, это все не так сложно. Душа лорда. Отлично. Ну что, мы наконец-то избавились от этого дерьмового места. Хорошо. С второго раза, в принципе, нормально. 60 тысяч душ. На что мне их потратить? Уровень я уже поднимать не хочу, мне, в принципе, и так достаточно. Возможно, на прокачку какого-то нового оружия. Броня паладина. Давайте посмотрим. Меня просят сразу, как я беру что-то. Типа, посмотри, посмотри. Но весит тяжело. Тяжелее даже, чем броня Орнштейна. Выглядит довольно-таки странно. Не знаю, мне Орнштейна больше нравится. Давайте пока в этом побегаем. Что оно дает-то вообще? Может, какие-то дополнительные бонусы? Да вроде ничего. Так, ну что? Все, я так понимаю. С этим местом покончено. Ковенант, я так понимаю, разорван. Так, хорошо. Зажигать тебя нужно, не нужно? Это у нас зажжены, по-моему, и так. Так, ну-ка. Все, уходим отсюда. Сейчас, я так понимаю, мы пойдем в Грид Холлоу, а после нее пойдем в Нью Лондо Руинс, или наоборот пойти. Чтобы пойти в Нью Лондо Руинс, нам сейчас нужно будет закупить Трэншент Курс, который находится у местной купчихи, которая находится, собственно, где-то вон там она находится. А больше-то нам делать нечего. Ну давайте в Нью-Лондо пойдем. Только сначала. Нам нужно быть либо проклятым, либо меч собрать великий. Но великим мечом мне и силёнок не хватит пользоваться. Там, по-моему... Я не помню, короче говоря, с помощью чего. Но с помощью чего-то... Можно собрать великий меч, который будет... собственно, бить по привидениям. Либо Трэншит Курс вот этот. Но оно временное, и там можно так лопухнуться, что когда кончится его действие, как раз ты будешь окружен где-то четырьмя этими привидениями, это будет печально, на мой взгляд. Да ладно. Так, хорошо. Вот и ты. Купить. Вот оно. Стоит 4000 штука. Давайте купим штук 10. А. То есть у нее 4 только есть. Человечность продаешь? Ну как хорошо. Но одну всего, да? Подожди. У нее же 8. Или это у меня 8? Это у меня, видимо, 8. Своим дебильным смехом. Так, ну что? Идем, давайте там в Нью-Лондо попробуем. Давно уже у меня чешутся руки на это место. Кстати говоря, сказали, что вот это место, которое я вам показывал в начале серии, около змей, туда просто упасть можно, и там что-то будет. Давайте попробуем, почему бы и нет. Возможно, что хорошее найдем. А потом пойдем уже в Нью-Лондо Руинс.
Ну, вообще, как видите, мы уже практически закончили с данной игрой. Осталось несколько не самых сложных локаций. То есть вот эта вот гробница гигантов, это была одна из сложных локаций. Но даже тут я уже сопротивления особого не встречаю. Это, по-моему, хорошо. Потому что вначале я очень сильно от них страдал. Так, просто спрыгнуть вниз, да? Давайте попробуем. Нам дают. Так, ну вот, собственно, мы опять около этого алтаря. Можем куда-нибудь дальше пойти, нет? Туда вниз, я думаю, лучше не прыгать. Ну, кроме алтаря, похоже, что тут ничего и нет. Возможно, эта дверь позже откроется, когда мы... Так, чей Бладстейн? Как он умер? А, он, похоже, вниз спрыгнул туда, да? Да, придурок. Просто побежал и умер. Так, похоже, вот эта дверь, это определенно дверь, да? Она откроется, когда мы всех четверых лордов убьем. Я так думаю. Так, ну, видим, пока что больше ничего нет. Давайте мы тогда обратно в Firelink Shrine. Не знаю, по-хорошему серию пора бы прекратить, но я не уверен, сколько я ее записывал, может быть, не так много времени. Потому что вот сейчас, по моим прикидкам, она как раз идет где-то минут 35-40. Ну ладно, давайте пойдем вниз, еще минут 10 побегаем на всякий пожарный. Лучше, как говорится, лишнего дать, чем не додать, верно? Как минимум 40 минут мне охота вам в день дарить данной игре. Так, 89 тысяч душ. На что мне их потратить? У меня всего хватает вообще. Может, аттюнмент давайте сделаем парочку. Может, мне тогда хватит на какую-нибудь пиромансию. Потому что и оружие особо качать уже никакой неохота. Так. Ага, не хватает. На один только поднять уровень хватает, на одно. Так, ну и что в итоге? Attune Magic. Так у меня ничего особо нет. Это Миркл, вот пиромансия. Пиромансия. Я не совсем разобрался еще с этим. Видимо, на... А, вот. Хорошо. Ну-ка, попробуем. Подожди, у меня рука не с собой, что ли, это перчатка? Давайте тут посмотрим тогда. Блин, сколько всякого барахла. Половину повыкидывать надо бы. Так, хорошо. Да тут-то барахла сколько всякого. Угу, отлично. Сейчас будем испытывать. Так, 4 всего Transit курса, это, по-моему, конечно, не очень хорошо. Кстати, давайте мы ее поставим вот сюда. Сколько, интересно, действует по времени? Так, ну-ка, давайте попробуем. Просто так от балды. Прекрасный вид. Тут я с тобой согласен, бро. Да, неплохо. Ну так, побаловать чисто. Это не основная моя, как говорится, специализация. И я знаю, что в New London Ruins у нас еще одна душа Firekeeper Soul лежит. И там очень осторожно нужно, чтобы не утонуть быть.
одна из самых непростых локаций в плане того, что постоянно нужно смотреть под ноги. Практически как в Блайттауне. Только в Блайттауне ты падал с высоты, а тут ты тонешь. Ну, в принципе, смысл один и тот же. Так, вот эта пакость. Я не совсем тут ориентируюсь. Ты отдыхаешь у нас, что ли? Что ты отдыхаешь ты тут? Кто разрешил? На 321 неплохо. Недалеко швыряет. Не, это необычно. Ты голову свою не потерял. И ты свободен? Да как ты? Ну ладно. Я Рикерт из Винхейма. Можешь поверить в то, что со мной сейчас происходит? Да кто ты такой, я не понял. Смиф, он типа кузнецом был, что ли, когда-то? Что такое? А, не волнуйся. У меня нет желания убегать. Здесь безопасно. И я не смогу опустошенным стать. Занять мне, говорит, себя нечем. А давай, говорит, я твое оружие закую. Ну, отлично, мы нашли нового кузнеца. Я не знал, что он тут есть. Так, ты можешь магией вещи снабжать. Кстати говоря, давайте-ка мы на фальчион вот эти вот white titanite чанки, которых мы нашли, применим. Потому что больше нам их применять некуда. А Divine Falchion плюс 10 это все-таки прекрасно, по-моему. Так, ну эти вот копии мы заковывать не будем, потому что они требуют на это демонит титанит, а мне он нужен, чтобы прокачать свое Хаусблейд, над которым, как многие говорят, я трясусь. Да, я над ним трясусь, мне оно нравится. Мне нужны еще два демон титанита. Пока. Так, ну и ладно, вот теперь, я думаю, прекрасный момент завершить эту серию. Увидимся в следующей, пойдем уже в New London Ruins, будем осваиваться. Эта серия была довольно-таки продуктивной, мы завалили одного из четырех главных боссов игры. Это было довольно просто, потому что я уже довольно хорошо раскачан. Увидимся в следующей серии, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.